Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ну что, у нас закончился турнир. Друзья, забираем с вами наши награды. Как ты видел, Лига Мастеров была, 3 звезды. Так, здесь тоже забираем награду. Сколько у нас времени прошло? Ребят, 10 минут. 10 минут прошло от того, как только откат произошел. Так что давай быстренько вперед и попробуем с тобой попасть в Лигу Мастеров с одной заходки. Если, конечно, получится. Если все пойдет, как мы планируем. Давай массово сделаем. Что тут с ними? Любоваться на них. Так. Замечательно. Ну-ка. Так, воин 2 звезды, 64-я позиция. Давай-ка мне 11-12. 20-19 ранг. А у нас 56-й. Так, ребята, опять у меня были какие-то проблемы с микрофоном. Отошел разъем. Ну, я думаю, что вы слышали, там пиликало что-то, пиликало и допиликалось. Я смотрю, у меня дополнительный микшер и не работал. В общем, пришлось втыкать опять. А, 12-14, втыкать штекер. Как бы заново. Чтобы ОБС-ка его обнаружила. Что за фигня в последнее время происходит? Не пойму. Тут, ребят, на днях у меня два жестких диска сгорело одновременно, прикинь. Просто чпок, вышли, все. Ну как сгорело? Как там называется правильно? Нулевой файл или как-то там такое. Сбился. Короче, жесткий диск не показывает ни размер, ни сколько он там содержит информации. Хотя виндой определяется. Короче, фигня полнейшая происходит в последнее время. Это из-за этих все разъемов, ребят. У меня 1000 разъемов, все они подключены, блин. Где параллельно, где через этот, где через хаб. Очень много USB этих портов. Так, ну что, давай сделаем хоп. Там, кстати, массовую атаку мы с тобой прозевакали, да? Вместо бомбочки я какую-то фигню сделал. Ладно, я думаю, что это нам не помешает в дальнейшем. Я еще голос такой, ребят, только встал. Буквально вот глаза открываю, смотрю, времени там 3 часа. Такой, блин, я же обещал буст записать. Пришлось подрываться. А так бы я еще с удовольствием бы кемарил, если честно. Потому что до работки еще время есть. Так, 13-16. Окей. Раз, два, три, 4, 5. 35-й, 36-й уровень против 57-го. Ну, в принципе, нормально. Давай, наяривай. Красавчики. Так, ушатали. Давай гранатами, наверное, сможем, я думаю, добомбить. Великолепно. Так, ну что же, тогда элита. Да, мы переходим в самураи. 94-я позиция у нас. И 13-16. Но выше мы все равно не получим. 13-16 это как бы наш потолок. Погнали. Они пока еще до сих пор, ребят, на 36-х позициях там ползают. А мы на 56-х. Не прокатило. Давай массовую.
Массовая называется, ага. Да что такое-то, а? Я не понимаю. Ну что это за бред? Ну подожги их всех. Это чомпи, блин. Я попутал, ребята, удар чомпи и удар этого Рокстеди. Это у Рокстеди горелка, которая прожигает там всех. А чемпи у него одиночная атака. Так, 13-16, ну-ка. Вот, 14-17. Ну уже, ребята, у них 41-44 ранг. А у нас 57-й, это уже будет, ну, в дальнейшем довольно тяжело будет с ними драться. Давай гранату. Ага. Минус Донателло и минус... Так, Рафаэль. Все, да, у нас тут получилось. Ну и прекрасно тогда, что я могу сказать. Самурай 2 звезды, позиция у нас 51-я. Так, 14-17, а может быть... Ну, опа! Опа, 14-18 дождали. Раз, два, три, четыре, пять. Давай-ка я, наверное, сделаю вот так. Возьму одного семидесятника, чтобы прихлопнуть их, как букашек. Да уж, прихлопнул, конечно. Надо Кирби вносить. И флакон бросаем. Да ну, ты че, серьезно что ли? Кто-то мне писал в комментариях: Рэй, прокачай Мондагека, у него массовая атака на блокировку. Да, у него есть массовая атака на блокировку, ребят, но она слабая сама по себе. Так, 88 место. У нас уже, я смотрю, ребят, бойцы-то заканчиваются, а... Так, 14-18. Бойцы-то заканчиваются, а мы с тобой такого офигенного, как сказать, преимущества не имеем. Потому что мы даже еще не в Лиге Сёгунов, ребята. Бойцов уже не осталось, мы еще не в Лиге Сёгунов. Хотя идем, я бы не сказал, что, ребята, мы... где-то фейлились или где-то там топтались на одном месте. По-моему, каждый этап у нас прогрессировал. Ну, может быть, максимум два разика или один. А у нас, допустимо, три раза играть на одном, как говорится, уровне. Ну да, мы даже здесь не попали. 14-18, надо искать нам. По идее, 15-19. По идее. Но фиг... Во! Дали. Раз, два, три, четыре, пять. Ну это я сейчас попаду только в Лигу Сёгунов одна звезда. И это мне еще три катки нужно там будет пройти. Нет, по-моему, не получится сегодня, ребят, в Лигу Мастеров попасть. Хотя, еще раз повторяю, ребята, шли идеально. Шли идеально без каких-либо проблем. Вот Лига Сёгунов. 77-я позиция. То есть, прикинь, в каждом... Так, 15-19. Ну да, 15-19 нам придется выбирать тогда. Ну, возьму Армагона. Раз, два, три, четыре. Это два поединка за один ранг. Это минимально. Три ранга. По пятерке. Это только лишь 15 персонажей. Мне нужно, ребята, чтобы... Да. 15 персонажей нужно только, чтобы пройти один ранг. А у меня наберется столько? Так, 15-19. Давай посмотрим, может быть. Сколько там должно быть? 16-20 или 15-20 у нас? 15-20. Раз, два, три,
4-5. Ну да, 15 бойцов в минус на один ранг, а там их не наберется у меня столько, к сожалению. Так, замечательно. Эйприл тоже в минус идет. А Микеланджело тут сплясал свой танец. Второй раз, ребята, делает ход. Макман, на, грана... Ой, ракеты, жрите. Да ты серьезно, что ли? Фига он там сидит деловой, блин. Под этим... под уклонением. И никто в него попасть не может. Так, ребят, Сёгун 2 звезды. Да, не получается. 76-я позиция. Это опять же... два раза придется нам тратить. 15-20. Ну... 16-21 тут не светит. К сожалению, не получается никак. Там, наверное, 10, а может быть 11 бойцов у меня осталось. Максимум мы сможем перейти в Лигу Сёгунов 3 звезды. Но все равно, ребят, неплохой получится результат. Как для меня. Для первой катки. Хотя, ребят, еще раз повторяю, всего лишь 10 минут я прозевакал. То есть не... тютелька в тютельку начали играть. Прям вот откат. А 10 минут, ребят, прошло. И, возможно, вот эти вот 10 минут, они вот так вот сказались на сегодняшнем бусте. Так, ну что, давай бросим бомбочку тогда туда им. И Усаги добивает всех. Ну вот сейчас была 76-я позиция, ну какая будет? 20-я, 30-я, да? Это еще минус один поединок. Это минус еще 5 бойцов, а там у меня уже их осталось. По пальцам можно пересчитать. Так, 81-я, да? Ну если 2 поединка, ну вдруг каким-то сейчас макаром, ребят, на 2 поединка мы насобираем с тобой бойцов. Хотя... Че, 16-21 это потолок, что ли? Слушай, похоже, да. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, ребят, погодите секундочку. А может быть, все-таки... Блин, ладно, не будем ничего говорить. Давай отыграем. Главное, все аккуратненько сделать. А может быть... А может быть, а может быть... Сейчас мы посмотрим, сколько здесь я рвану. Если где-то будет 30-я позиция, то дело будет в шляпе. А ну-ка. 38. Слушай, но есть, ребятушки, есть малюсенький-малюсенький шансик. Раз, два, три, четыре, пять. Малюсенький шансик, что у нас получится. У нас еще там два персонажа осталось в заначке. Ну, добьем где-нибудь, там, я не знаю, процентов... Процентов 8. Это, грубо говоря, ну, где-то... На 5 этих... 5 кубков. Ну. Да, друзья мои, мы с вами сделали. Мы это с вами сделали. А я уже все, ребят, я уже... Немножечко взгрустнул. Как говорится, поплыл маленечко. Сразу хотелось в баньки. Нет, у нас получилось. Я сам, честно говоря, не верил. Но вы видите результат. Порадовала меня игра сегодня. Я сам себя порадовал. Ну что ж, друзья мои, наша цель сегодняшняя была выполнена. Лига мастеров, одна звезда, 86-я позиция. Так, забираем награды. Муха, что ли, там? Ну да, муха Бакстер. Так, задание. Ну, давай пройдем серию испытаний. Интересно, как это я вот так пропустил? Хм, непорядок, ребят, наверное, в спешке. В общем, мне нужен Армагон.
Так, мне нужен Лео, ребят. Или же Майки. Тут из них. Кто сейчас может хилять, тот, ребят, мне и нужен. На тебе. Вот, Майки хиляет. Это уже приятно. Давай училку попробуем так вот. Хоба! На каркалыгу ее, да? Так, мутагенует. И плюс тут змея карай. Давай с вертушки. Ну что это? Ну что это за удар такой, а? Так, мутагеноида надо, ребята, хлопнуть. Замечательно. Ой, что-то я поспал, ребята, под открытым окном сегодня. Жара уже спала, стало так довольно прохладно на улице. Облачно. Просто уже сколько, 2 или 3 недели, ребята, изнывали от этой жары. Это просто какой-то ужас был. Так, поднять уровень персонажа. Сразиться так, сразиться в режимах. Ну что, пойдем в режимах в этих. Оу! Друзья мои, а я... Ой, простите. Вот это мы с тобой заигрались. Ребятулечки. Я даже забыл, что у нас сегодня платиновый ранг. Я, ребят, не буду поднимать сегодня. Вот я вам сейчас показываю, кто у меня не поднят в платиновом ранге. А вы, пожалуйста, в следующей серии проголосуйте. Вот, я так предполагаю, если мы с тобой качаем массовых, то... Ну, из массовиков у нас может быть Крип. У него есть массовая атака на провокацию. Кто у нас еще? У Рафаэля есть массовая атака, когда он бьет по гидранту, обливая струей воды всех противников. Так, еще у нас массовая атака у Майки. У него сюрикены, по-моему, да, выпускает. У Кейси, по-моему, нету массовых атак, что у этого, что у этого. У Ксевермонтаса тоже нету. У Рокстеди, у него есть, ребята, бросает гранаты, насколько я помню. Мондагега бросает флакон. Донателло выпускает дрон. В общем, друзья мои, голосуйте за какого-либо персонажа, и в следующей серии мы его переведем в платиновый ранг. Пока я здесь не буду трогать, потому что, если честно, я даже не знаю, кого в ранге-то повышать. Так, ну что, мы с тобой... Идем в список, ищем нашего. Так, мы же Леонардо Видение, да, с тобой? Да, Леонардо Видение прокачиваем. Вот так. А мутагеноида мы прокачиваем по скиллам. Так, только найти бы его. Что-то, ребята, закашлял, это не к добру. Как бы не слечь. Где у меня мутагеноид? Вот он. Так, смотрим навыки, ребята. Ага. Один ящик с инструментами. Все, нашел. Единственное, что я не могу ему прокачать. Хорошо. И здесь у нас есть. И там есть. А вот мутагена нету, да? Все есть, а мутагена нет. Нормально. Да что ты. Так, сразиться в 3 боях, в 10 боях. Поднять уровень персонажа я уже сделал. Да. Просто я не знаю, что мне делать. Ну давай попробуем. Давай сюда вот накопить попробуем. Так, 4 пульта от телевизора нам надо. Так, 2 пульта есть.
три и последний. Так, вот, 4 пульта мы нашли. 2500. 1000. Давай так вот сделаем. До 5-й ступени, ребят, прокачаем. Так, и в 10 боях нам надо. В 10 боях. Так, мутагеноид. Давай-ка мы еще раз глянем. 10 ящиков с инструментами нам надо, получается. Один есть. Так, второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Ну, седьмой. Восьмой. Блин, и пицца кончилась. Восьмой, и пицца закончилась, ребят. Ладно, ничего страшного. Главное, что мы с тобой выполнили сегодня, ребята, задание, выполнили буст. Я думаю, что все неплохо. Кстати, что у нас там? Ага, черепашья буря и клан Фуд. Ну, прям замечательно. Прям великолепно. Ну что, дорогие друзья, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.